Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции объявил сегодня имя лауреата по экономике за 2015 год. Им стал британский ученый Энгус Дитон. Он попытался выяснить связь между доходами человека, его здоровьем и отношением к жизни. Один из главных выводов – деньги помогают людям чувствовать себя счастливыми, но когда их слишком много, теряют это свойство. Среднестатистическому американцу для полного счастья достаточно 75 тысяч долларов в год. Теперь проверить верность выведенной формулы ученому предстоит на собственном опыте. Как нобелевский лауреат, он получит премию почти в миллион долларов.